От червонца до электронного кошелька финансовым органам Новосибирской области исполнилось 90 лет. Сегодня специалисты отрасли отметили свой профессиональный праздник. Как именно, расскажет Борис Киргинеков. Организации финансовой системы. 9 декабря 1925 года принято считать днем основания финансовых органов Новосибирской области. 90 лет прошло с того момента. Финансисты за это время видели и червонцы, и векселя, и электронные кошельки. Сегодня в Большом зале администрации поздравляю тех, кто связал свою жизнь с подсчетом денег, бюджетами и контролем за финансами. У каждого времени свои задачи. У каждого времени есть люди, которые эти задачи профессионально понимают, переживают и находят то адекватное, тому своему профессиональному подходу решения. Я хочу вам сказать всем благодарность сегодняшним моим коллегам, которые работаем все вместе, за то, что прежде всего, как минимум, вы не безразличны. Таких небезразличных, по словам главы региона, сегодня полный зал. Это работники Министерства финансов, налоговой службы, управления финансовой политики области. Некоторым вручили почетное звание «Заслуженный финансист региона». Не обошлось и без профессиональных шуток. Мы вчера принимали во втором чтении бюджет, и мне вот всегда импонирует всегда беседа вот депутатов с вашим министром или представителем министерства. Вот я все время говорю: Виталий Юрьевич, а может быть это можно там по поправке? Он внимательно смотрит, человек-то воспитанный, говорит: ну, конечно, можно, но пока нет. Я думаю, ну все правильно, как это обычно бывает, да. Также сотрудников наградили почетными грамотами за многолетний труд и высокие профессиональные показатели. Борис Киргинеков, Борис Гладких, новости ОТС.